Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я записываю свой первый влог, мы с Олегом записываем. Вот видите, мы идем под зонтом. Олег такой счастливый. Олег. Мы идем в ЗАГС. Да, мы идем в ЗАГС. Вот, подавать заявление на... Что это у нас будет? На бракосочетание? Ужасное слово. Хотим мы с Олегом стать семейной парой. Но ты счастлив, что ты станешь мужем? Не могу сказать об этом. На самом деле уже что у нас? У нас уже мы сделали кольца на заказ. У нас лично у меня куплено платье. У Олега костюм готов. Да. Ну почти да, но обувь только осталось купить. Что еще? Ну, в общем, мы не хотим какую-то пышную свадьбу делать. У нас будет очень маленькая. Скорее всего, она будет в среду. Такая роспись, чисто с родителями. Вечером, в среду. После обеда. Ну нет, я не думаю, что после обеда. Погода, конечно, сегодня, ну просто отврат-разврат. Если вдруг вам интересно, как мы решили пожениться, то вообще мы решили на самом деле в августе прошлого года, когда я Олегу позвонила на телефон и говорю: Олег, пойдем во вторник в ЗАГС. Это было воскресенье, да? И буквально вчера я сказал да. Да, Олег сказал вчера. Да не, мы уже кольца заказали, у нас уже все готово. Он сказал дату, я только вчера. Че жить вот просто так? Не пришей. Вот, Олег, ну серьезно, это может быть тебе хорошо, а я как не пришей кобыль хвост. Не вообще нормально. Даже вот сказать, вот мой, а кто мой? Ну не муж же. Олежек. Олег, ну просто. Жик. Ну а кто? Сожитель, друг, товарищ, парень. Парень. Ну блин, ну и просто, ну. Бойфренд. А сожитель тебе не нравится. Любимый. Сожитель. Любимый. Сосед какой-то. Сожители, соседи какие-то. Вот у меня вообще сожители были. В комнате мы жили. Это сожители. Ну так вот, поэтому надо и жениться. А ты как любимая девушка, скажем так. Ой, надо на самом деле, наверное, вот так снимать, а то у меня такой подбородок. Ой, я так какая хорошенькая. Вот, а вчера Олег, в общем, кушал бутерброд и такой говорит. Не, масло мазал. Ага, маслице на бутерброд намазал, такой говорит. Ну типа это, ну чё это-то, как оно там? Замуж ты чё, пойдёшь? Я такая, ну типа, блин, ну чё? Это так неожиданно вообще. Чё, уже кольца у нас лежат уже 2 недели. Да, очень хорошие колечки. Вот он ЗАГС на Малой Покровской, мы идем вовнутрь. Парам-па-ба-парам-пам-пам. Не судьба. Жаль. Жаль, да, жаль. Нет. Ну блин. Ну я хотела замуж уже выйти, наконец. Что за фигня? Праздники не дают. Гады. Типа гуляйте, люди пока свободные. Выходные же. Наслаждайтесь, говорят, холостой жизнью. Гуляйте, пейте вино. Мы, конечно, опечалены тем, что у нас не получилось сегодня с ЗАГСом. Не получилось из-за него сходить в ресторан. Но мы пришли на бизнес-ланч «Молоко». Я везде участвую во всяких конкурсах. Вот выиграла такой сертификат на 1000 рублей. То есть мы сейчас с Олегом покушаем, и у нас еще останется денежки. Мы в другой раз еще сходим сюда покушать. Салат с бужениной. Угу. А, супня вот эти, да, выбирать? Лапша куриная у нас. А, ага. Окей. А, люляб кебаб из курицы с картошкой. А напиток морс. Суп можно? Суп? Ну я сказал, что как бы из 3 блюд. Мне все то же самое. Вот знаешь, потому что тебе всегда, вот ты заказываешь что-то, и оказывается, что у тебя вкуснее. Поэтому я лучше буду все то же самое заказывать. Вообще надо слушать меня. Yes, sir. Вот уже первое блюдо, да, нам принесли салатик с бужениной. Красота. Мне очень нравится этот хрустящий картофельный хворост. Ну, я поняла, почему сегодня говорили, что как будто топором нарезано. Очень крупные такие кусочки, вот эта морковка. Там что-то супик мне несут. Уже супик охота. Хочешь супик? Супик нам принесли.
Ну, лапша. Тут, да, вермишелька, все, картошечка, морковка, лучок, курочка. Ну, я такой супик делаю. Единственное, конечно, сейчас пока горячевато. Мне очень нравится чеблашечка. Вот надо домой такие купить. Мне кажется, тебе бы больше нравились супики из таких. У нас и кошки такие. Ну, хорошенькая же, красивенькая. Мне мало. Ты же мой котик. Бегемотик. Люля-кебаб. Люля-кебаб. Так вот можно кушать, так вот. Куриный. Очень люблю курицу. Олег уже ушел. А я тут еще осталась чуть-чуть. Мне надо с делами разобраться. По партнерству. Тут предложение еще что-то. Какие-то новости меня просят осветить. Всем привет! Сегодня второй день, как мы с Олегом пытаемся пойти в ЗАГС. Я иду вот ему навстречу. Если вы заметили, не знаю, видно вам нет, у меня подуменьшилось количество прыщей. Я вчера сменила всю уходовую косметику за лицом. Вот, занималась вчера целый день масочками всякими, ну, потому что ужас, у меня свадьба скоро, да и вообще на видео кошмарно лицо выглядит. В общем, борюсь с прыщами. Мне осталось сделать только шляпку, головной убор надо поскорее. Только тебе нужно вот это эскизы накидать, чтобы я выбрал. Потому что ты обычно выбираешь какую-то фигню, а мой выбор ты всегда одобряешь. А ты мой не одобряешь? Я твой не одобряю. Вот я выбрал тебя, а ты же одобряешь мой выбор. Ну я твой одобряю. Вот я твой не одобряю. Подожди, то есть ты не одобряешь то, что я как бы за тебя замуж выхожу и вообще живу с тобой? Не, я одобряю свой выбор, что ты будешь моей женой, вот это я одобряю. Вот, ура, мы пришли, вот опять вот мы около ЗАГСа, ЗАГСа, ЗАГСа. Ура. Ура, ладно, давайте пойдем. Может быть, сегодня у нас заявление примут. ЗАГС. Тут, короче, прейскурант цен на торжественную часть. Мы вот думаем смотреть Light Plus. Вот мы хотим в среду. Да, что за 650? Лучше раскошелиться, за 900 взять. Что такое? Ну, смотрите, Light Maxi можно. Как ты думаешь насчет Light Maxi? Без понятия. Ну, брошюрки нам такие дали. Такие. Вот в таком зале мы хотим. Вот так вот выглядит зал. Так, пришли оплачивать госпошлину. В общем, мы все успели сделать до обеда. Когда мы там брачуемся-то? 26 июля в 16:15. Вот. Я беру другую фамилию, я буду Чураева. Это так говорит, когда ужас какой. Это просто очень непривычно. Но представляешь, ты всю жизнь, 25 лет, прожил с одной фамилией, вдруг меняешь. Это очень волнительно. Ну все, теперь Наташечка Чураева будешь. Да. Чураева Наталья. Да. В общем, ждем. Какой, я уже забыла, 26 июля. Вечером в среду. После обеда. Всем пока. Спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, что вы переживали. Я вот очень волновалась. Теперь все впереди. Что? А, только еще все впереди у нас. Да, самое волнительное теперь впереди.